свернуть надо. Ну так я уже менее как-то вот. Более как-то. Сыка тоже. Сыка тоже. Теперь аккуратно. Там ты как-то же по-молодецки. А там нету зацепки, да? Я в первый раз с этой ноги стрелял. А вот раз думал с этой. С этой я не доставил. Ну еще бы я. Чего еще? Нет, много, может, ценник стреляет, я не знаю. Нарисовано. Да, блядь, принято, ебаный. Не, ебал, я ебал, ты прыгаешь. Я пока... Не прощай. Ну пошли там, что ли? Да. Не очень себя комфортно чувствую. Как бы я не знаю просто как. Как? Вон, смотри, сколько народу глазок. Типа ты должен здесь стартануть или можно здесь стартануть? Нет. Ну давай-ка. Вот, вот левые две белые. Вот это? Да. Да. Нихуя себе. Ну Тох, ну тут на трене работает она. Установи. Да. Ну да. Убираешь. Ну да, да. Да, да. Ямочки там. Красавчик. Примерно ну, так, вот только пометь себе, там, вот пометь там. Себе да, откуда вот ножки. Ямочка, там ямочка. Потому что когда ты на них давишь практически перпендикулярно, то вся эта дрянь начинает держать. Понятно, что вот это держит лучше всего. Ну, короче, да, учись. Тут просто, когда вот ты давишь вот, с хорошими руками, это реально все очень сильно упрощается. Тренируйся. Именно, да. Противоположность, да? В зале это не тренируется. Это чисто скальная тема. А именно вот в смысле я могу здесь стартануть или мне нужно именно... Ну давай снизу, чё уж там. В смысле снизу вот тут что ли? Отсюда. Снизу-то так я так тут даже... Ну тебе от земли оторваться и левую ногу вот куда-нибудь упри. Или вот сюда поставь, не знаю. Вот только не боком, то есть тебе надо упереться будет сейчас. В смысле не боком, ровно надо, да? Ну ебаш. Нет, только вот так. Вот сюда вообще ногу втыкай пиздец. Ну ладно, вот пусть, так, пусть сам придумал. Так он руками как-то, вот чем дальше, тем правее старт сидит. Ну, да. В смысле, ровно поставить. Вот. Только ну, чуть давай, более ответственно. Ну и да, может в крест тебе не надо, но поменял бы ты ногу на это и бы отправил. Ладно, покувыркайся, да, это простые движения. Вообще, пока ты там 5 раз не попробовал, то солевый слуп это нет смысла на самом деле. Если хочешь пойти раз там сюда. Не получается. Там уже можно слушать. Добрый контент.
Так это, наверное, выпрямленные руки или полусогнутые? Как работает? Как работает, да, тренируйся. Брутфорс. Так, вот давай вот. Да тут уже как бы некуда ноги ставить. Там вообще можно без ног это все лезть. Вертикально. Сложнее просто, да. Да в щель можешь ее вообще воткнуть левую ногу. Ну, почти. Тоха. Давай. Ты можешь от стены, от земли оторваться и статично повиснуть на скале? На трех ногах? Да. На трех ногах. Ну понимаешь, как бы вот. Да. На прямых попробуй. Что это как бы на руки нагрузка? На русские нагрузка. Те же можно. Делай на прямых. Ну я имею в виду, что как бы. Те же можно. Ну можно, но это типа время ограничено как бы висит. Ну дело в ограниченном времени, так Тоха. Заебись, это не церковь. Да, ограничено, так и есть. Просто мне сразу раз вправо уносят. Как бы, а зачем тут ногу ставить? Смотри, если... я сейчас в ботинках это сделаю. Если вправо уносят. А, ты туда вниз ее? Попробуй, да, жопу просто пониже и на прямых руках. Ты можешь так вот сесть? А я что, так можно было? Да, старайся на прямых руках, видимо, тебе проще будет. Куда? Вот ты смотри, техника пошла какая-то, ну тут. Да нормально, сейчас все. Аккуратненько. Да. Смотри, ноги на трении работают. Пиздец, да? Тренируйся. Сколько тысяч? Ты смотри-ка прям мистическая у меня. До ручка надо дойти. Че, так можно было сидеть, что ли? Слушай, обычно, да. Видишь, он так работает. Мама все работала. Прикольно. Давай, двигаем обратно. С ногами, да. Ноги только не держишь. Ну, смотри, вот начиная вот отсюда, например, ноги, наверное, левую можно вообще сюда втыкать. То есть, или вот сюда. То есть, можешь вот эти варианты рассмотреть. Здесь, ну да, тут было не то чтобы пиздец какой-то космос, но. Ну, ты просто, Галина, там как бы руками в основном, ногами просто упиралась и все, да? Ну, попробуй. Еще уже. Ну вот тут, например, я пол сюда ставил. Ну то есть видишь, если в этих самых-то. Ну тут надо, да, почувствовать. Ты куда-то скреблась, или не. Ну и соскальзывала там, да. Что все соскальзывало? Я просто представляю, что как бы, ну да, так можно залезть, но там вот если это на высоте 100 метров над уровнем моря, то ты так не будешь как бы скрести. Слушай, ну это звалась зона комфорта, почему бы и нет? То есть рядом, в принципе, или эйдом, где можно это грести? Да, блин, такой как бочком, да. Вот видишь, она вот как-то вот эти вот, на бок. Следующий пространство. Считаю, что это было. Все до финиша. Все до финиша, прикольно. Это просто, как у тебя получается. Ну, видишь. Ну, я такая вот, все вмятины, которые это самое. Ну да, там надо почувствовать, как их ставить, плюс ситуация с твоим размером чешек не до конца. Хотя хуй знает, это не настолько это критично. Ну как-то даже на. Как-то так она так сделала, что тут у нее типа одна рука как-то вообще вот так вот. Ну делай так же. У меня потому что начиналось вот это левого бока. То есть не с. Типа как-то вот так вот вообще. Блин. Ты в смысле с этого начинала?
Ну да, с вот этой вертикальной херни. Поэтому так отклонялась. Ну это, в принципе. Ну это не обязательно. Мне кажется, просто надо повисеть вот так вот. Ну повисел так. Попробуй там ноги подвинуть, руки там чуть-чуть. Стандартно. Ну все, перехватывайся. Типа, когда у тебя комфортно, ты уже комфортно так висишь, что да, уже можно двигаться. Ну, да, поэтому часто, если у тебя вот не получается в динамике движения, старайся делать в статике и как-то прочувствовать все вот эти. Ну да, тут хватает ручканов для статики. То есть, если они там были на большом расстоянии, и надо было там стрелять куда-то от одного к другому. Ну да, сложно. А тут можно прям вот маленькими. Просто, наверное, из-за того, что вы висите, как бы для вас это типа комфортная ситуация. Ну, такие раз, такие по сравнению со всеми теми зацепками, тут зацепочки нормалек. В сумме, ну, конечно, больше висели просто в жизни, на руках, чем ты. То есть вы как бы висите, у вас такой, о, типа, заебок, живем. Ну да, ручканчик есть, значит, можно жить. Ручканчик есть, можно жить, да. Да, а я такой, what the fuck, what the fuck. Ну, привыкай. Чего, лезь уже сюда висеть? Тебе надо как бы отвисеть там 5 часов непрерывных. Можно начинать прямо сейчас. Ну только в день давай, лезь, что ты так. Да я просто повешу. Ну так скучно. Тебе скучно. Передвигайся. Видишь, смотри, они прям. Как-то бомба. В целом здесь надо тебе вот так. Ну, то есть, если есть носочек, то носочком, а если нет, ну, можно вот просто... Да, вот так, вот так. В целом, видишь, что вообще тапки не нужны, да? Ну, с ним попроще, это скажем. Ну, то надо мне как бы уже висеть, там, тренироваться. Ну, вот именно этим ты сейчас и занимаешься. Ну, потому что... Идет лучший зачет. В зале вот такой работы ног не будет. Это вообще такая достаточно уникальная херня, да, Галин? Такой рукоход. Да. Как ты сам сделал? А вот, кстати, на В3, там рукоход всю дорогу, по-моему. Вот можно сейчас идти попадем. Вот там мы будем. Ну пробуй двигаться. Да тут пальцы, короче, режут. Вот ты перехватывайся, в воздухе будешь отдыхать. Кстати, вариант. Пока летишь, отдыхаешь. Одну руку сбросил, помахал, другую руку сбросил, помахал, почувствовал. Это не всегда проще. Нет, я имею в виду, что как практика этого самого. Да, там, короче, надо висеть, блин. Да? Давай, не филонь, как Тёма, давай, лезь. Висеть так... просто скучно. Куда тут лезть? Я, блин, и так как бы... Ну, пойдёшь на жопу, ничего страшного. Мне это некомфортная ситуация. Ты же видел, какие падения бывают?